Йогоньки, Кельсфер с вами. На экране Atomic Heart. Продолжаем проходить. В норме. Сколько пальцев видишь? 4. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. Это 5. Это еще кто двое такие? Мы принесли тебя сюда. Зажми рану. Зажми. Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач. А имя у тебя есть? Сейчас мне не до любезности. Ух ты ж. Доктор. Зажим. Зажим, 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 принеси сюда! Сейчас! А это здесь откуда? Быстрее, ну что копаешься? Нейрополимерная капсула. Она не нужна. Как тебя зовут, док? Я Лариса, много вопросов. Так, ладно, держи, ладно, тут все сама. Куда, куда? Она бесполезна, нет оборудования. Уже есть. Отлично. О, хоть что-то вовремя. Много вопросов задаешь. Пригнись! Ой. Лариса! Нет, я не хочу умирать! Дурак, чё встал? Мне похуй. Охренеть! Надо избегать луча! Сукин! Отбегалась железка долбаная. Крас, куда ведет шахта, в которую уползла Лариса? Сложно прогнозировать. Вентиляционная система имеет очень разветвленную структуру. Ладно, с этим разберемся позже. Это что за монстр на двери? Замок? Да неужели? Открывай уже. Давай быстрее, время уходит. Не могу помочь в этом вопросе. У меня нет функционала для взлома замков. Вам придется самостоятельно отыскивать способы взлома. Не сомневаюсь, что вы окажетесь достаточно сообразительны. Понятно. Ты, как обычно, бесполезен. Попробуйте щелкнуть пальцами в тот момент, когда индикатор блокировочного штыря активен. Давай еще раз. Ой, как сложно за этой хуйней следить. Какой-то тайминг есть. Получилось! Только я понял. Кройте. Детская колыбельная. Не к добру. Раз. Что там за дверью впереди? Судя по голосу Элеонора, очень опасный противник. И потащит в лесок. Он потащит в лесок. Безопасная зона. По тракитовых кустах. На меня сканируют. Твою мать! Это что еще за херня? Ах, какой мужчина! Обожаю на душе! Милый, позволь отвезти тебя к кровати. Дорогой, не надо сопротивляться. Тебе понравится. Не позволяйте ей связать вам руки! Да я пытаюсь! Не видишь? Трусы стальные! Поднесите меня к ее сенсор-манипулятору! Скорее! А, как волнительно! Непокорные властные мужчины меня заводят. Сейчас я тебя заведу. Только бы добраться до тебя. Ах, как он со мной. Обожаю мачо. Я вся горю. Ближе, я не дотягиваюсь. Сейчас стараюсь сильно отвать. Ты не стараешься. Я к твоим услугам, милый. Мечтаю порадовать тебя. Что я могу тебе сделать? Все? Даже анимка не произошла. Скоро вам будут доступны и другие. Вы довольно удачно раздобыли 50 граммов нейрополимера. Я могу обменять эту дозу у любезной Элеоноры на умение, если вы не против. Вы же не против?
но я способна на гораздо больше. Легкая непристойность с топором — лишь аванс. Тебе понравилось, милый? Угу, в восторге. Неплохо. Этим грозным оружием ты расколешь черепа своих врагов и принесешь мне подарки. И тогда однажды мы с тобой устроим настоящую грязь. Ха, с чего бы я тебе подарки-то нес? Потому что девочки любят подарки. Потому что ремшкафу нужны ресурсы, чтобы перерабатывать их в предметы. По счастью, ремшкаф не привередлив. Правда, некоторые улучшения могут потребовать уникальных вещей. Но на предприятии, само собой, чего только нет. Нам прыгать сюда мы не будем. Как считаешь, я сюда прыгать не хочу, да? Так, отлично. Лифты не работают. Какие варианты? Лифты обесточены. Их можно запустить, если подать питание. Пойдем искать рубильник. Еще бы понять, где тут электрощитовая. Ее по проводке искать надо, но все провода убраны внутрь стен. Утечку электричества можно обнаружить при помощи сканера. Подсобка на замке. Как, блин, приятно. Тут щелчок пальцами не поможет, нужен ключ. Раз. Дай догадаюсь. Ты, конечно же, открыть этот замок не можешь. К сожалению, нет. Но я могу поставить вам отметку, где искать ключ. Он должен быть где-то неподалеку, в рабочих помещениях. От тебя начинает появляться польза. Это радует. Осторожно! Впереди камеру видеонаблюдения «Ромашка». Если оно нас засечет, сюда сбегутся роботы. Без паники. Любую камеру можно сначала отвлечь броском чего-нибудь, а после вывести из строя электромагнитным импульсом. Товарищ майор, вы же говорили, что знаете, как обходить камеры. Я думал, что настоящий профессионал действует значительно тоньше. Иногда приходится действовать потолще. Со мной не такое было. Тоньше, потолще. Нечего, блядь, кидать было. Что я должен был кинуть? Коля, а что это за вовчики в черном корпусе? Обычные ВОФ А6 меня слушаются и вежливые, а эти в черном как бояре какие-то. Ходят где хотят, на приказы не реагируют. А вчера он меня толкнул и даже не извинился. Даже жутко. Это они только на высокий социальный рейтинг реагируют, что ли? Ключ найден. Теперь мы сможем попасть в электрощитовую. Ага. Только сначала я тут хорошенько осмотрюсь. Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю. Не буду вам мешать. Это правильное решение. Ответь как сможешь, а то я нервничаю. Эй, хрень. Храс. Угу. Чем грозит нам утечка информации? Потеря репутации во всем мире. Советские роботы повсеместно считаются абсолютно безопасными и эталонно надежными. Разве это не так? Абсолютно так. Именно поэтому предатель Петров ударил родину в самое больное место. Фактически воткнул нож в спину. Он хочет, чтобы весь мир отказался от наших роботов. Вот же сучёныш. Роботы эти. Внимание! Всем сотрудникам, получившим повестку, явиться в отдел социального контроля до конца дня. Неявка по любой причине послужит отягчающим обстоятельствам при рассмотрении вашего дела. Товарищи, как говорится, понедельник начинается в субботу. Однако я прошу вас в эти выходные специально взять отгул. Как вы знаете, 13 числа
пройдет всесоюзная полимеризация населения нашей страны. И сверху поступил приказ в выходные самоорганизоваться на субботник, посвященный этому событию. Кто будет работать 11 и 12, получит взыскание, а не премию. Удачных вам выходных. Что взыскание, а не премию? Так, вставляем печеньку. О, даже замки любят печеньки. Храс! Слушаю вас. А ты любишь печеньки? Это лазерное реле системы пассивной безопасности. Знакомая штука. Тут требуется цветовой код. Кодов у нас, к сожалению, нет. Поэтому попробуйте подобрать его логически. Что, правда? А я-то собирался стоять тут до тех пор, пока оно само не включится. Порядок. Питание восстановлено. Можно возвращаться. Ну, и? В какой из них заходить? Предлагаю в правый. То есть ты не в курсе? Тогда я пойду в левый? Да. Я вообще-то левша. Может, пойду в левый. Для облегчения навигации я пометил вам, куда нужно идти. Я вообще-то не тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Я лишь хотел упростить вам задачу. Ты мне ее серьезно упростишь, если Напоминаю, дверь закрыта на электромагнитный замок. Да тебя что, блин, туго доходит? Извините, не мешаю. Майор, оружие или способности? Оружие. Увеличивает урон роботом, увеличивает урон, увеличивает скорострельность, увеличивает урон, уменьшает отдачу. Кассетник. Установка кассета может наносить тонкий слой особого химического лезвия оружия, продавим дополнительное свойство при контакте с противником. Ресурсиков не хватает. Одно из крупнейших подразделений предприятия 3812.
Бляха. Телеги долбанные. У них какие-то штуки на конце. Блять! Ёбана! Чёртова хренотень. Через полимер можно проплыть, не впервые. Я люблю так перемещаться. Словно в океане с китами, а с дельфинами плывёшь. Умиротворяет. Уже видал. И как я должен ее перезапустить? Где? Вот он, пульт. Ну и, конечно, замок. Вот вы их любите. Но это что-то новое. Индикаторная комбинация? Да я ее год подбирать буду. Давайте поищем вокруг. Может, у кого-то есть пароль. О. Пусть придет в движение. Хоть что-нибудь. Это... что такое было? Не поеду без схемы кабинки. Застыли. Без схемы? Нет, не поеду. Твою мать, так он живой? Схема, схема. Нужна схема. К сожалению, он мертв. Вокруг нас только трупы. Что застыл, как и все? Не поеду. Нет, без схемы не поеду. У мертвых остаточно срабатывает нейрополимерная память. Некоторое время после смерти они способны выдавать примитивную информацию. Нейтраны будут способны соединяться друг с другом и образовывать полноценный воздушный город. Схема, без которой кабинки не поедут. Где она? Она у смотрителя станции. Он не добежал, не поспел за мной. Помер. Да тут все, блин, помер. Смотритель помер в этом тоннеле? В этом. Он помер, и все застыло. Перед глазами застыло. Схема нужна. Да ну нахер! Говорящий труп. Схема, схема. Сохранение данных. Не поспел. Да ну нахер! Говорящий труп. Блять, я все черным сделал. Или нет? Может, все и к лучшему. Вот он. Нам бы только до фуникулеров добежать, Василий Александрович. Крас. То есть это не погонник с Амбатском? А нейрополимер в его башке? Упрощенно можно сказать, что да.
отмирающая нейрополимерная память какое-то время хранит последнее, о чем думал погибший перед смертью. Сохраняется крайне небольшой объем информации. Жесть какая. И долго они так будут разговаривать? С точностью назвать временной интервал я не смогу. От одной минуты до двух суток. Но чем больше проходит времени после смерти, тем больше остаточная информация подвергается искажению. Понятно. То есть не всегда имеет смысл запоминать, что они говорят. Жаль, бедолаг. Погоди, блядь. Нашел я схему и чё? Блять, так и чё? Алло. Жиз, что за хуйня? Не поеду без твою схищу, блядь, что за хуйня? Он мёртв, блядь, без меня. Выведите икар. Иди, схема. Пойди. Да тут все, блядь. Что за бред? Что за ерунда? Запусти фунгулёр, сбежим! Агент стоять, это кто сказал? Выведите вас. Первый в мире автономный городской. Блять. За херь, блядь. Я, блядь, не понимаю. Я ж сбегал, ну хули. Что, блять? Инвентарь, карта, лор. Инвентарь. Все, что у меня есть. Патроны, хилки, оружие. Бля, взял, похилился охуенными хилками. Ебать его в жопу. Осужденные за клевету в сторону партии Дмитрий Баграмов объявляют судью нужным до окончания и освобождают от времени к работе в области. Игра багнулась или что? Понять не могу. Ну.
Блять, ты ебанутая хуйня! Я того сиську царапал, блять. Что мне с этим делать? Я, блять, подобрал этот... Бучий... Случай. Да. Ерунда. Пусть придет в движение. Хоть что не поедет до схемы кабинки. Вот он. Схему потерял. Слышишь? Она где-то тут. Надо найти. Крас. То есть это не покойник со мной разговаривает? А нейрополимер в его башке? Упрощенно можно сказать, что да. Отмирающая нейрополимерная память какое-то время хранит последнее, о чем думал погибший перед смертью. Сохраняется крайне небольшой объем информации. Давно! И долго они так будут разговаривать? Ой, надеюсь, сработает. Фуникулерная линия активирована. Мы готовы к поездке. 9, 7, 6. Извини, на сегодня я зацепил. 6. Тоннели раздолбаны в хлам. Доехать бы без приключений. Я бы дробовик достал. Так и знал, что спокойно не доеду. Куда ж без вас? Осторожно! Ой, болит, охуел. Осторожно! Обрыв впереди! Вижу. Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках. По стене, как еще? У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский тюфяк, протирающий штаны за клавиатуру. У меня хватает разных подготовок. Не стану скрывать, я этому весьма рад. Давай, вскарабкивайся. Это было, блядь. Thank you.
Что за херня? Ты прыгать только, блядь, назад влево умеешь? Или еще вправо можно? Запарил. Соглашусь с вами. У вас хорошая реакция, майор. Иначе я бы до наших дней не дожил. Раз. Это ведь был Буров. Горнопроходческий робот. Совершенно верно. Буран способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные породы. Советская наука возлагает на него большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. Чертова хренотень. Буравчик, блять. Супер. Как же я люблю полазить по всяким долбанным закоулкам. Охренеть, блять. На фуникулёре прокатиться. В нормальной обстановке сеть фуникулёров связывает между собой все подземные объекты предприятия 3826. В следующий раз... Спасибо, я как-нибудь пешком. По поверхности. Ой. Близко-то как. О, моя остановка. Комфортная была поездочка. Ждал. Лазерная стена. Это сложное охранное устройство. Просто так ее тут никто ставить не будет. Значит, за ней расположено что-то важное. Совершенно верно, товарищ майор. За ней распределительный центр, который нам нужен. Через лазерную стену я живым не пройду. Впереди есть ремшкаф. Попробуйте установить на свое снаряжение модернизацию, уменьшающую урон от лазера. Ой, опять эта свихнувшаяся похотливая железка. Милый, ты вернулся. А почему так долго? Просто дай мне защиту от лазера. Ах, какой брутал. Я вся дрожу. Ладно, я понял. Будет тебе полимер с компонентом. Главное, установи защиту от лазера. Как пожелаешь, милый. Приступаю к модернизации. Расслабься и получай удовольствие. Только обещай, что отругаешь меня еще и еще. Я тебе точно скоро вточу. Хватит! Да, да, накажи меня, о мой повелитель. Обожаю доминантных самцов. Защита установлена. Попробуйте пройти через лазерную стену. Твою мать, больно. И ни хрена себе защитился. Чуть не убил он, нафиг. Чуть не убил, это лучше, чем убил. Аргумент. Ой, а сейчас какой-нибудь пиздец будет.
Как ты себя чувствуешь? Тебе удалось все подготовить? Не волнуйся, милая, со мной все в порядке, операция была безболезненной. Хорошо. Тебе надо скорее уходить, в комплексе ходит человек. Он вооружен, и на нем экспериментальная полимерная перчатка. Должно быть, это человек Сеченова. Лариса, ты разговаривала с ним? На него обрушился бурак. Мы принесли его в медблок, а потом... Я не знала, я не могла его оставить истекать кровью. А стоило бы! Это избавило бы нас от возможных проблем! Мне страшно, когда ты говоришь такие вещи. Жди меня на выходе. Я скоро буду, милая. Такой молодой. Надеюсь, у нас еще есть время. Надежда умирает последней, Петров. Руки за голову. Виктор? Что происходит? У тебя что, со слухом плохо? Я сказал, руки за голову. Виктор! А кто вы такой? Виктор! Офицер по особым поручениям майор Нечаев. Это был последний вопрос, на который я тебе ответил. Лена ему тебя вызывает Пчеломей. А. Виктор, спасайся! Пчеломей. Конечно, товарищ майор. Нападение. Че? Нападение! А ну стоять! Нарушение режима. Вызывается карантинный отряд. Открывать всех, сука, железный. Херня, заебал. Прям как своими собственными. Двери за собой как-то заперли. Сволочи. Предатель Петров унес с собой энергоэлемент свеча, запитывающий систему аварийного открывания дверей. Без свечи дверь не открыть. Он бы еще другую. Не может же быть одна свеча на весь комплекс. Нужно спешить. Иначе Петров успеет покинуть этот сектор, и его придется искать заново. Слушай, огоньки, всем спасибо, кто смотрел, с вами был Кальцифер, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите другие мои прохождения, рекомендуйте ролики друзьям, делитесь ими в социальных сетях, всех люблю и обнимаю, всем удачи, всем пока.